Здравствуйте, меня зовут Галеева Рамзия Султановна, с вами я обязательно, думаю, познакомлюсь. Я очень рада видеть знакомые лица, друзей наших видеть, люблю, рада видеть, да, коллег. Спасибо большое, что пришли, что поддержали. Хочу, дорогие гости, вам представить замечательных тут наших коллег из Краеведческого музея, которые асы, и перед которыми я очень, конечно, тушусь, надеюсь, они мне помогут провести экскурсию. Здесь у нас есть и сотрудники библиотеки имени Белинского, и замечательно, у нас есть краеведы, и так далее, и так далее. Спасибо вам большое, что пришли. Итак, готовы вы отправиться в путешествие вне времени и вне пространства? Тогда мы с вами отправляемся сразу к машине «Чайка». Пойдемте туда. Сегодня у нас будет такое путешествие. Мы хотим уложиться с вами за 100 минут. За 100 минут мы с вами побываем в нашем музее, пойдем по царским следам, по лабиринту нашей истории, потом мы пойдем в 7 дней, а потом мы поднимемся с вами на крышу нашего центра и посмотрим, и продолжим нашу экскурсию там. Только на нашей экскурсии вы попадете вот на такую панорамную площадку и увидите город, и услышите экскурсию уже с птичьего полета, так скажем, да? То есть вот такие перспективы. Надеюсь, что сил у всех хватит до конца нашей экскурсии. Но это было такое предисловие небольшое. Сегодня наша экскурсия посвящена Романовым и Ипатьевскому дому, в котором провели свои последние дни, провела царская семья последние дни. Мы стоим с вами у Чайки. Это не случайно. С Чайкой тоже очень много связано, и с Романовыми тоже. Итак, 18 июня 1981 года. Борис Ельцин выступает в Доме политпросвещения. Среди слушающих сидит и также министр внутренних дел Щелоков. Он приехал сюда по делам, в том числе вот поприсутствовать на этом мероприятии. А после всех мероприятий, вот на этих Чайках и на Волгах, поехали в Исток, в Обкомские дачи, где был устроен званый ужин в честь приезда такого почетного столичного гостя. Собралось тогда за ужином совсем немного народу, человек 10. Разговор не клеился, как вспоминал генерал Тыркалов, который сопровождал Щелокова в этой поездке. Я постарался рассказать какой-то смешной анекдот, а анекдот оказался не смешным. И вдруг Щелоков повернулся к Ельцину и выпалил. Не сказал, а выпалил. Так зачем же вы снесли Ипатьевский дом? Кто вас спросил? Это же исторический памятник. Там же пали Романовы. А Ельцин тут же отрикошетил. Это не мы снесли. Это бульдозеры. Вот этот ярлык, что Ельцин, разрушитель исторического памятника, к нему приклеился и долго был, и до сих пор многие считают так. Так это или не так, мы с вами сегодня попробуем ответить на этот вопрос. Я бы хотела сейчас вернуться опять к Щелокову. Вообще тема Романовых и сокровища царской семьи, добро царское, интересовала Щелокова. Он приезжал к нам в 1973 году и занимался и в партийных архивах, и в архивах УВД. Его интересовали, конечно, и Романовы, и Ипатьевский дом, и, конечно же, бриллианты, которые наверняка где-то все-таки сохранились, где-то хранятся в тайниках, а может быть, они погребены там, где находятся останки императорской семьи. Он был в полной уверенности, что останки императорской семьи есть все-таки, их нужно искать. И не без его согласия в августе 1976 года в наш город приехал Гелий Рябов, киносценарист, автор фильма «Рожденная революция», и не без его участия Щелокова, и не без его согласия начались, в общем-то, поиски останков царской семьи. Ну, а мы сейчас с вами отправляемся дальше. Для нашей экскурсии этих романовских дней Наина Иосифовна Ельцина подарила нашему музею и архиву замечательную фотографию, подлинную. На этой фотографии изображены молодые Романовы Александра Федоровна и Николай Александрович. Рядом с ними их дети Мария, Татьяна, Ольга. Сейчас вы увидите эту фотографию. Она в прекрасном состоянии, и она подлинная фотография. Чем она хороша? И еще она обрамлена такой роскошной серебряной рамой, которую сделали фирме Фаберже. Вот, сейчас мы обратим внимание на эту фотографию и несколько слов
Вы, конечно, об императоре и Романовых знаете. Столько сейчас опубликовано материалов. Я не буду сейчас много рассказывать, я просто освежу в вашей памяти некоторые факты из жизни Романовых. Итак, Александра Федоровна и Николай Александрович, между собой они друг друга называют Алекс и Никс. Встретились они тогда, когда Алекс было всего лишь 12 лет. Она впервые тогда приехала в Россию, приехала на свадьбу своей родной сестры. И тогда вот как раз впервые ее увидел Ники и влюбился в нее с первого взгляда. И мечтал на ней жениться. Ну и Николаю, Нике, прочее, другую невесту, принцессу Орлеанскую, для того, чтобы был союз с Францией. Что еще на этой фотографии? Фотография сделана в июне 1899 года, когда родилась дочь Мария. Вот она на руках у Александры Федоровны. Но сказать еще, что женились они по любви. Это было в 1894 году, через неделю после похорон Александра III. Как раз у смертного одра Александра Федоровна была, у Александра III, отца Ники, это было в Ливаде. Она сопровождала тело императора и в Петербург, и потом в столице говорили, шипели, что к нам вот эта женщина идет за гробом, она несет нам несчастье, она принесет много горя. Вот так вот шипели на самом деле. И вообще в штыки воспринимали эту жену Николая. Что еще? А то, что в 1896 году была коронация, и в честь коронации было устроено народное гуляние на Ходынском поле. Вы знаете, была страшная давка, где погибло очень-очень много людей, была такая страшная трагедия. Николай II об этом написал в своем дневнике. И, конечно, очень сочувствовал этому. А потом он поехал на прием к французскому послу, где был бал устроен и танцевал. А на следующий день утром он посетил лазарет, посетил тех, кто пострадал в этой давке. Он был не виноват в этой давке, да? И потом за его счет были похоронены погибшие в этой давке. Но все будут Николая помнить только то, что они танцевали на балу. Вот это будут помнить. Ну, мы знаем, что вообще мы здесь видим дочерей Романовых, но Александра Федоровна мечтает о сыне и вымаливает себе сына у Бога. И вот в 1904 году появляется наследник Алексей, но оказалось, что он безнадежно был болен. Этой болезнью болели многие в роду Александры Федоровны. Это гемофилия. Александре Федоровне ее познакомили с Григорием Распутиным, который, в принципе, вот его врачевание помогали как-то облегчить участь Алексея. Вообще, конечно, в столицах и при дворе говорили, что Александра и Николай целуют руку Распутину, а Распутин в пьяном угаре говорил, я среди бульварных журналистов, я сделаю с царицей все, что хочу. Но вот не эти разговоры, не эти бульварные высказывания не могли остановить Александру Федоровну. Ей был дорог сын Алексей, и она готова была молиться на этого человека, потому что его врачевание помогали ее сыну. Вообще страну в это время лихорадит, это поражение в Японской войне, это революция 1905 года, это 9 января. Николая II называют кровавым императором, кровавый царь. И вот такая обстановка. Ну, вернемся вот к этой фотографии. Эта фотография сделана, я еще раз говорю, в 99 году. Как раз в это время проходила Гаагская конференция. И с мирными инициативами на эту Гаагскую конференцию вышел также и Николай II. Мирная инициатива – это то, что не должно быть разрывных пуль, не должны бомбардировать с дирижаблей. Нужно такие вот спорные вопросы решать каким-то мирным путем. Но, к сожалению, многие вот мирные предложения Николая II, которые были предложены на Гаагской конференции в 99 году, были нарушены, когда началась Первая мировая война, когда Германия объявила войну России. Это было в 1914 году. Итак, мы с вами попали в 1914 год, Первая мировая война.
Николай II, мы видим его вот фотографию здесь, как и положено, он на фронте, он главнокомандующий, верховный главнокомандующий. А в это время в России все против немецкого, выступает против немецкого, и борьба с ним чурой, так называемый. Екатеринбург хотят переименовать, разные варианты предлагают, не пришли к единому знаменателю. Петербург переименовывает в Петроград, в концертах запрещают Бетховена и Баха, борются с рождественскими елками, а Александру Федоровну ее уличают в всяких шпионских скандалах, потому что она ведь не русская. Она, Александра Федоровна, со своими детьми, со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной, заканчивает двухмесячные медицинские курсы и в госпитале в Царском селе принимает участие в операциях. Она помогает оперировать и присутствует при этом, и пишет письма об этом своему мужу на фронт. Это, в общем-то, такие страшные картины, и она пишет, что это все ее очень волнует, и что она плачет, вот, когда молодые ребята превращаются уже в не мужчин, и присутствовала она при страшных таких ампутациях. Во время вот этой Первой мировой войны, и мы знаем, отношение к императорской семье было негативным, и, в общем-то, никто не был против, если бы император и отказался от власти, и отрекся бы от престола, и вообще были такие настроения, и писали об этом и поэты, и писатели, и политики, и никто, в общем-то, все хотели как-то, в общем-то, чтобы Николай II освободил место. И мы знаем, что 2 марта Николай II отрекся от престола, и в своем дневнике он записал, что кругом обман. И сейчас я секундочку я зачитаю этот. И предательство, да, вот о предательстве и обман. Вы позволите мне некоторые цитаты зачитывать, хорошо? Сейчас, секундочку. Итак, после февральской революции мы знаем, что было временное правительство, и возглавил это временное правительство Керенский. Керенский вот в эмиграции уже писал и давал интервью, и писал в воспоминаниях, что временное правительство делало все, чтобы, в общем-то, каким-то образом облегчить судьбу императорской семьи. Когда их арестовали, они были в Царском селе и хотели отправить в Лондон, в Англию, но и вроде как согласились их принять в Англию, а потом английское правительство отказалось, понимаете, в связи с тем, что была война. И временное правительство решило отправить императорскую семью в Тобольск, где было более-менее спокойно, в отличие от революционного центра в Петрограде и в Москве. В Тобольске Романовы перемещались более-менее спокойно, свободно, они ходили и на службу, и ходили в гости иногда, и к ним приходили в гости. Но когда власть захватили большевики, Романовых переправили в Екатеринбург. Везли их на поезде, литерном поезде номер 42. И когда поезд подъезжал к Екатеринбургу, и Николай II увидел это, он сказал все, что угодно, только не Урал. Это он сказал начальнику поезда Матвееву, потому что он знал, какое отношение на Урале к императору и его семье. Подходите, пожалуйста, сюда, уважаемые, дорогие гости. И вот с такими возгласами, в общем-то, с возгласами хотели как-то сразу прям расправиться с императорской семьей, когда поезд прибыл на станцию. Откуда узнали екатеринбуржцы, что приехал такой секретный поезд с секретными пассажирами, неизвестно. Но вот екатеринбуржцы были готовы прям расправиться с ними на вокзале. Поезд прибыл утром, а прибыли на место Романовы в дом особого назначения, в дом Ипатьева, лишь 2 часа дня. Ехали они на машинах. Ну, прожили они в доме инженера Ипатьева, который находился на пересечении Вознесенского переулка и Вознесенского проспекта, 78 дней. Это 78 дней унижения, оскорблений, издевательств.
Но не все плохо относились к Романовым в Екатеринбурге. Были и сочувствующие, это монахини из Новотихвинского монастыря. Они каждодневно приносили в корзине продукты. Охрана охраняли Ипатьевский дом и внутри, и снаружи. Охрана не отказывалась от этих продуктов. Они всегда эти продукты, как правило, оседали на столе у охранников. А что видели из окна Романовы, своего вот этого дома, такого заточения? Видели только кресты от Вознесенской церкви. И слышали, конечно же, праздничную демонстрацию, как прибыли Романовы 30 апреля 1918 года в Екатеринбург, и на следующий день уже была праздничная демонстрация. Они только, конечно, ее слышали. Николай II хочет держать пульс на... В общем, держать руку на пульсе жизни Екатеринбурга и вообще хочет узнать, что же происходит в стране. И в охране как раз был редактор газеты «Уральский рабочий Воробьев», и он предложил царю подписаться на вот эту партийную газету большевиков. Уральский рабочий Николай II заплатил ему действительно 3 рубля 50 копеек, подписался, но не всю подписку он успел почитать. И он был в курсе, что происходит. В этом доме Романовы успели отметить последнюю Пасху в жизни. В этом доме отметил свой 50-летний юбилей Николай II. В этом доме исполнился 21 год Татьяне, 19 лет Марии и 17 лет Анастасии, и 53 года исполнилось доктору Боткину. Но дни рождения отмечались так очень как-то скромно, в основном пышно отмечали именины. Но вообще надо сказать, что я не буду сейчас рассказывать о всех днях, которые провели Романовы в этом доме. Сохранились дневники Романовых, и по дням можно восстановить, как они жили и так далее. Я просто хочу сказать, что 14 июля будущие палачи собрались в американской гостинице, ныне это художественное училище имени Шатра на улице Малышева, сейчас это на Покровском проспекте. В третьей комнате собрались человек 8 или 10, до сих пор мемуаристы спорят, какое же число собралось. И они тогда говорили о том, как нужно расправиться с императорской семьей, когда, где и кто будет первым стрелять в императора. Это было 14 июля, а мы знаем, что в ночь с 16 на 17 июля в подвале Ипатьевского дома произошла страшная трагедия, и вот эта ночь, которая произошла 100 лет, она длится уже более века. И вот страсти по Романовым до сих пор не утихают, и чем дальше, тем больше этих вопросов. Это было в ночь с 16 на 17 июля, а 18 июля еще никто об этом не знал, все это было сделано тайно. Екатеринбург уже гудел, уже знали, что произошла трагедия, что расстреляли Николая II. И в это самое... Эти слухи разнеслись, это был Красный регион, а в Белых регионах уже были панихиды по убиенным. Вот Украина была тогда белая, на Дону и в Киеве, и в Харькове. Одна газета писала, что император расстрелян, другая газета писала одновременно, что он спасен, а на следующий день уже писали, что было одно сообщение, что устраиваются панихиды. А в красных регионах в это время устраиваются митинги. Вот 19 июля уже в столичной газете появилось сообщение, что император расстрелян, семья императора спрятана в надежном месте, и проходят митинги. Вот это вот митинг у нас, плакат с митинга во Владимирской области. Не исключением был и Екатеринбург. Митинг проходил у нас 21 июля в Новом городском театре. Сейчас это оперный театр. Театр был набит битком, и когда со сцены сказали, что Николай расстрелян, казнен, были бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, чуть не кричали «Ура!», и даже говорили «А покажите тело», даже до этого доходило. А те, кто не попал на эти митинги, тех оповещали листовками о том, что император расстрелян. Листовки эти расклеивали на стенах, на домах. Ну а 23 июля 2018 года уже в Уральском рабочем Сафаров опубликовал свою статью о том, что действительно император расстрелян, а семья спрятана в надежном месте. Но а мы с вами, наверное, вот сейчас вообще-то спорят, кто же все-таки отдал приказ первый расстрелять императора. Разные есть мнения.
Я вам представлю несколько мнений, а и не буду навязывать, да, вы выбираете то, что вам ближе. Но мы знаем, что Троцкий в 1935 году в своем дневнике 9 апреля записал следующее. Он написал следующее, что я приехал в Москву, это то время, когда Екатеринбург уже был сдан белым, и я встретил Свердлова и спросил его, а, кстати, а что с царем? А он расстрелян, ответил Свердлов. А как семья? И семья тоже. А как же, а кто же сказал? Ильич приказал, ну в таком духе. Другие воспоминания. Воспоминания большевичка по фамилии, секундочку, Виноградова. Она рассказала совсем противоположную историю. Итак, приехали уральцы в Москву, встретил Свердлов, и когда узнал, что произошло, он с раздражением сказал, кто вам давал право, и никто вам не давал приказы. Ильич был против, он хотел, чтобы императорскую семью привезли в Москву, чтобы судили настоящим судом, народным судом, и казнил его весь народ. Вот такие есть воспоминания. Это большевичка Виноградова. Ну и последнее. Мы знаем, что среди палачей, среди расстрельщиков был так называемый белобородов, и он вел дневник, и в своем дневнике он записал следующее. Вернулся из Москвы со съезда совнаркома Андроников, и он передал слова Свердлова. «Если Екатеринбург придется сдавать, Романова расстрелять, екатеринбургскую буржуазию вырезать». Вот дневник Белобородова, он долгое время хранился у вдовы Белобородовой. И вот сотрудница архива видела этот дневник, и она выписывала цитаты из этого дневника. И вот эти, потом были набраны на печатной машинке, и вот такие вот машинописные такие листы хранятся сейчас в Государственном архиве Свердловской области. А сам дневник потерян. Я тут обратилась с вопросом, а где же, вот мне Артем Беркович сказал, что потерян безвозвратно. А вот удалось найти дневник Белобородова Александру Авдонину, вы его имя не раз еще услышите. Он нашел его в ГАРФе, в Государственном архиве Российской Федерации, но вот в тех документах, перечень документов, которые сейчас опубликованы везде, в том числе и в интернете, они стали все доступны, эти документы, и многие даже можно их почитать, нигде этого дневника Белобородова нет. Вот мы только воспользовались вот этими машинописными рукописями. Ну что ж, отправляемся дальше, дорогие друзья. Отправляемся с вами в эпоху индустриализации и коллективизации. 20-е годы, 30-е годы, они начинаются индустриализация, коллективизация страны. Ну, надо сказать, что у нас здесь вот есть вот такой вот плакат «Ленин, электрификация, вот, в строй даешь ток» и так далее, коммунизм. Вообще страна наша строит коммунизм, светлое будущее. А что такое коммунизм? Это советская власть плюс электрификация. Но сейчас все, и политики, и историки, и ученые утверждают, что ГЛО это придумал, конечно, не Ленин, а еще задолго до Великого Октября. Я сейчас не буду распространяться на эту тему, иначе у нас времени останется с вами на третий уровень. Я просто хочу сказать, что вот и в Ипатьевском доме сначала во время гражданской войны, после того, как сдали его красно-белым, жил Гайда. И вот здесь у нас есть Татьяна Мусунова. Она не ушла, нет? Она специалист у нас по чехам, белочехам. Да, она лучше всех рассказывает об этом, о Гайде в том числе. Да? Я поэтому не буду влезать в ее тему. А когда город освободили, вступили опять красные, в доме Ипатьева вскоре открыли музей революции. И вот поэтому музей революции водили экскурсии, в том числе и цареубийца Петр Ермаков. Ему писали письма, чтобы он провел экскурсии, и фотографировались всегда гости в этом музее у расстрельной комнаты. Считалось это, что почетно, это важно, и партийная элита там фотографировалась. В 1924 году в наш город приехала Айседора Дункан. Жена Есенина, прекрасная американская танцовщица, она танцевала в оперном театре, остановилась в американской гостинице. И вот 8 июля 24 года она писала своей дочери Ирме о том, что она посетила Ипатьевский дом, и что она спускалась в это вот страшное вот это помещение, где была расстреляна царская семья. Но об этом она не пишет, что она была в этом доме, она просто так как-то иносказательно говорит об этом. Она говорит, что... Сейчас я вам прочитаю. «Мы видели дом и подвал, где они расстреляли некую семью. Этим кошмаром, кажется, переполнен воздух. Невозможно представить себе ничего более ужасного», написала она. Ну, там много всего, я просто вот несколько строчек. Но
А вообще горожане гордятся тем, что в Екатеринбурге расстреляли царя и хотят наш город переименовать в Цареубийск. И вот вставал вопрос, как же переименовать, мы будем цареубийцами или же все-таки назовем в честь революционера Пламенного Свердлова. Конечно, победил Свердлов, но хотели еще назвать так и гордились этим. Но мы знаем, что в 28 году ездил с чтением своей поэмы «Хорошо» Маяковский и приехал в наш город. Маяковский познакомился тогда с Парамоновым. Маяковский попросил Парамонова, большевика, показать место, где похоронена императорская семья. И Парамонов его сводил, показал. Это было зимой, они по сугробам шли. А потом Маяковский попросил, чтобы его сводили в Ипатьевский дом и показали эту расстрельную комнату. Он побывал там, молча все это посмотрел. И на вокзале, когда уезжал, он купил детский альбом. И в этом детском альбоме начал писать стихи и Пламенные стихи о Свердловске, и стихотворение императора. И вот когда... Я не буду сейчас цитировать вам стихотворение императора, оно опубликовано. А вот... Вот это стихотворение «Император» и вот его черновые записи – это дистанция огромного размера. Если, допустим, в своем стихотворении напечатанном он оправдывает казнь императорской семьи, то в черновике он пишет следующее. Я вам зачитаю, если позвольте. «Спросите руку свою протяни, казнить или нет человечьи дни, не встать мне на повороте, я сразу вскину две пятерни, что я голосую против». Как ни крошечки толк от живых, от мертвых меньше проку. Мы повернули истории бег, старый навсегда провожатый, коммунист и человек не может быть кровожаден. То есть он не оправдывал вот казнь императорской семьи. Ну а мы с вами отправляемся в 30-е годы, репрессии. Тогда уже тема казни императорской семьи уже как-то под запретом. Вот дело в том, что главный экспонат в музее революции была картина Пчелина, передача Романовых Уральскому совету. Дело в том, что эта картина долго висела, точнее, недолго висела, вскоре ее сняли, ее, как говорится, арестовали за то, что многие герои этой картины, вот эти большевики из героев революции вскоре превратились во врагов народа. Также репрессировали и директора музея революции Моисеева и так далее. Ну, а мы идем с вами сейчас, наверное, в оттепель, да? Пойдемте. В раздел «Оттепель» отправляемся. Итак, царская тема, вот это вот расстрел царской семьи теперь уже под запретом. А мы сейчас с вами попали в «Оттепель». Главный человек «Оттепели» у нас Никита Хрущев. И именно при Хрущеве, именно в «Оттепель», вот у Ипатьевского дома все чаще и чаще в день казни стали появляться цветы и стали появляться свечи по числу погибших в этом доме. И вот Хрущев инициировал следующее. Он просил собрать всех людей, которые участвовали в казни, палачей, и записать их воспоминания и на аудио. И вот один из палачей, Никулин, записался, и это его воспоминания, аудиовоспоминания опубликованы сейчас в интернете, и вот он сказал следующее, что это было ночью, мы разбудили Романовых, они спустились потом в подвал, и потом все это смешалось, дым, кровь и пули отскакивали. Не понимали, почему. Оказалось, что от бриллиантов, которые были в белье у княжон и у императрицы. Потом он сказал следующее, что мы поступили гуманно. Вот если бы со мной так поступили белые, вот я попал в эту ситуацию, я бы был безмерно счастлив, сказал он. Следующее. Ну, а в это время вообще вот... В школьных учебниках пишут о том, что кровавый царь Николай II был казнен в Екатеринбурге суровой пролетарской рукой. Местный поэт Николай Куштум написал стихотворение, где он, я, если вы позволите, буквально три строчки зачитаю, хорошо? «Площадь народной мести. Есть на площади той особняк знаменитый, где последний Романов, как в капкане шакал, со своей придворной испуганной свитой занимал поневоле купецкий подвал. И за то, что хотел он, чтоб снова и снова кровь рабов по стране разливалась рекой, был он схвачен, судом по заслугам сурово осужден и казнен пролетарской рукой». Вот такие вот стихи написал Николай Куштум.
Ну, а и надо сказать, что Петр Ермаков по-прежнему гордится, что он был цареубийцей, и везде об этом рассказывает, читает лекции, и говорит, что он даже шапку носит, которую снял с царя. Об этом узнали местные воришки и даже забрались к нему в дом поживиться, нет ли там чего-то. А жил он тогда на улице 8 марта, дом 1, квартира 4, но ничего драгоценного не нашли. Ну и еще надо сказать, что Петр Ермаков однажды на собрании протянул руку маршалу Жукову и сказал: «Это я тот самый, который расстрелял императора». А мы знаем, что с 48 по 53 год военным округом командовал маршал Жуков, и он жестко по-жуковски сказал: «Я палачам руки не подаю». А вообще Ипатьевский дом был, конечно, таким мрачным напоминанием о трагических событиях, которые произошли тогда в июле 1918 года. И говорят, вот есть такая городская легенда, что решили снести этот дом после того, как посетил наш город Хайле Селаси, это первый император Эфиопии. Это было в начале июля 59 года, встречались с транспарантами жители города: «Да здравствует император Эфиопии!» Это тот город, в котором когда-то расстреляли последнего императора России. И вот по городу возил эфиопского императора третий секретарь горкома Помазкин, и когда поравнялись с Ипатьевским домом, он так гордо сказал: «А вот здесь мы расстреляли царя». И когда переводчик перевел вот эти слова Хайле Селаси, Хайле Селаси побледнел, губы его задрожали, он свернул эту экскурсию и свернул свое путешествие и уехал из Свердловска. И говорят, что именно после этого задумались, а не снесли ли нам этот дом. Но это городская легенда, а как было на самом деле, мы узнаем с вами дальше. Пойдемте. Итак, мы с вами оказались сейчас в застое. Эпоха застоя. Раньше эту эпоху называли эпохой развитого социализма. Шаг шагнем и будет коммунизм. Но вместо коммунизма у нас была Олимпиада 80. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие гости, вот на эту фотографию. Это участники на презентации журнала «Метрополь». И здесь вот мы видим Андрея Вознесенского, который тоже участвовал в издании этого журнала. Кстати, Андрей Вознесенский вообще неоднократно был в нашем городе. Вот как раз, когда в 75 году заговорили о том, что необходимо снести дом, он как раз был в нашем городе, и после всяких выступлений попросил, чтобы его сводили вот в императорский дом, то есть в Ипатьевский дом, и сводили его вот в это подвальное помещение. А вообще туда уже нельзя было ходить, там уже был партархив, это было закрытое помещение, и туда можно было, закрытое здание, его туда можно было попасть только по звонку из обкома. Звонили из обкома, нужно принять такого-то человека, и вот принимали, в основном вот таким образом. И, конечно же, Борис Ельцин, когда жил здесь и учился, он, конечно, не мог попасть в это здание тогда. Итак, Вознесенский попал в это здание, он молча ходил, потом он приехал сюда в 1977 году, еще раз посетил Ипатьевский дом и вот Вознесенскую церковь. И тогда, в 1977 году, он знал, что уже дом будут стираться с лица земли, он тогда забрал деревянную решетку с этой двери этой комнаты. Он говорит, что вот эта решетка отразилась в глазах вот тех, которые погибли в ночь с 16 на 17 июля. Одну часть этой решетки он подарил итальянскому музею, а другую часть решетки он подарил историческому музею. А потом, в 85 году, он написал стихотворение «Ипатьевская баллада». «Марганатическую фрагмугу выломал я из законного круга, чем сохранил ее дни. Дом ликвидировали без звука, Боже, царя храни». Ну, а мы сейчас посмотрим на Бориса Ельцина, которого считали, что именно он инициировал, вот, чтобы снести этот дом Ипатьевский, как на самом деле было, и мы сейчас с вами попробуем вспомнить. Дорогие друзья, не утомила я вас, нет? Устали немножко, да? Сейчас мы завершаем здесь с вами и пойдем дальше. Итак, Ипатьевский дом. Вообще вот секретный такой вот документ о том, что нужно снести этот дом, было в 75 году. Андропов инициировал это, написал предложение в Политбюро, что необходимо снести этот дом, и перечислял причины, почему. А Политбюро это поддержало, и потом это было спущено сюда. Это было в 75 году. Тогда первым секретарем Свердловского обкома партии был Яков Петрович Рябов. Рябов уехал в Москву, и вот дом вот этот Ипатьевский, который нужно снести,
попал по наследству и Борису Ельцину. 1977 год, приближался 60-летний юбилей Великой Октябрьской революции, и вопрос о том, что снести дом необходимо, стал опять остро. И общественность Свердловска, узнав о том, что будут сносить этот дом, в общем-то, выступала и в печати, и писали письма, и писали, собирали подписи, писали также даже генеральному секретарю Леониду Брежневу: местная власть хочет уничтожить дом. Не знали краеведы, что вот эта директива была спущена сверху, да. Но вообще этот дом внесли он был историческим памятником в 1974 году, и его не могли снести, и Ельцин знал об этом, и говорил об этом, и звонил в Москву, что мы не можем снести этот дом. Тогда, через некоторое время, тоже в августе, 4 августа 1977 года, появился документ, что этот дом снимают с охраны государства. И, в общем-то, дом был, в принципе, уже обречен. Дом... Когда узнали, что его нужно сносить, выносили оттуда все, что можно было. Вот в Краеведческом музее сейчас хранится там замечательный камин из этого дома, решетка из этого дома. И там замечательный есть зал, посвященный Романовым. Я вам всем советую обязательно туда сходить, посмотреть. Это просто потрясающий музей, потрясающая комната. Но и там много интересных документов есть. И одним словом, дом решено было снести. Это все тоже делалось тайно. Оградили также забором, как это было и в 18 году. И сносили его два дня, 16 и 17 сентября 1977 года. Почему так долго? Да потому что стены были толстенные, 1,32 м в такую толщину у основания. Вот именно бульдозерами и вот эти вот клин-бабы вот эти разбивали эти толстые стены. Ну и дом этот, в принципе, разрушили. В то время, когда разрушали этот дом, не было ни председателя горосполкома в городе, и не было также и первого секретаря Свердловского обкома. Они были в очередных отпусках. Вот что интересно, что дом-то разрушили 16-17 сентября, а постановление о сносе дома горосполком подписал 21 сентября. А во многих таких вот изданиях, интернет-изданиях, в энциклопедиях написано, что дом снесен 23 сентября. Откуда мы знаем вот эту точную дату? Да, работник, вот фотограф, который вел также и занятия в этом Ипатьевском доме, в управлении культуры, Шитов, автор книги «Ипатьевский дом», он как раз вот тайно фотографировал разрушение этого дома. И вот на негативах, и на конвертах, где хранились негативы, он написал число, когда был разрушен дом. Вот благодаря ему мы теперь знаем, когда было разрушено это здание. Ну, пойдемте дальше. В газете Russian Daily появился очерк Беллы Абрамовны Дежур «Мой город». Белла Абрамовна Дежур – мать замечательного скульптора Эрнста Неизвестного. И вот в этом очерке сначала эмигрировал в Америку ее сын, потом вслед за сыном отправилась она туда. И вот она, конечно же, очень, конечно, скучала по родине и написала очерк «Мой город». И где она как раз пишет об этом Ипатьевском доме, что это было печально такое, не любили этот дом, она говорит, в городе, и всегда обходили стороной, вот она так пишет. И говорит она также, что в этом очерке, что дом, когда его разрушили, все, в принципе, вздохнули легко, потому что это было такое, лучше не вспоминать об этом, а молодежи лучше и не знать об этом доме, да. А вот здесь у нас очень много молодежи, которые, конечно, а вы все местные жители, нет? Да, конечно, вы не видели, видели только на картинках этот дом. Ну а мы сейчас. Вы-то видели? Да. Пойдемте, дорогие друзья, сюда. Сейчас мы с вами отправимся в 1990 год. Мы здесь с вами. Вот мне бы хотелось обратить внимание. Вообще, вот к 90-му году Борис Ельцин прошел многое. Он был и первым секретарем, потом он был первым секретарем Московского горкома партии, был опальным политиком, оппозиционером был. А вот в 90-е годы он, вот его политический рейтинг зашкаливал. Он стал председателем Верховного Совета РСФСР. И в это время как раз он пишет свою автобиографическую книгу «Исповедь на заданную тему», где в том числе он пишет и об Ипатьевском доме, вот о том, как его разрушали и так далее. Эту книгу, конечно, читает и Александр Авдонин, свердловский геофизик. Вот именно Александр Авдонин вместе с Гелием Рябовым, вот, сценаристом,
московским сценаристом, они вот как раз начали раскопки и поиски останков императорской семьи. Началось это в 1977 году. В 1978 году эти останки они обнаружили. И два черепа Гелий Рябов отвез в Москву. Один череп, вот, который они там обнаружили золотыми зубами, оставил себе Авдонин. Но никто не взялся, в общем, делать анализы этих черепов, все побоялись. И пришлось вернуть эти черепа, упаковать их в коробку, положить туда иконку и опять закопать в это захоронение. Потом были, конечно, проблемы с этим, из-за того, что они так и сделали. Ну, а в 89 году мы знаем, что вообще вот в 89 году Гелий Рябов дал интервью московскому комсомольцу, а вскоре и появились его публикации в журнале «Родина», где он говорит, что я обнаружила останки императорской семьи, я согласен и показать место, где эти останки находятся, ну, с условием, что их захоронят по-христиански. Никто не, в общем-то, писали такие же письма и Горбачеву, Авдонин, когда прочитал эту статью, очень обиделся. Он сказал, что Гелий Рябов, с которым мы вместе раскапывали, искали эти останки, нашли его вместе, а написал от себя. А потом и Рябов обижался на Авдонина. Ну, это, конечно, чисто человеческий, конечно, фактор. Но и вот Авдонин понял, что сейчас, в общем-то, будут проблемы. Появились действительно черные копатели, которые хотели найти первыми останки императорской семьи. И вот, узнав об этом, Авдонин решил написать письмо Ельцину, как земляку, который может всегда помочь и откликнуться. И передал ему лично письмо 4 августа 1990 года. Это письмо передал в надежде на встречу. Встречи тогда не было. Пригласили Авдонина и Рябова в Москву в октябре того же года, и встретил их Илюшин, который сказал, что помощник Бориса Ельцина сказал, что Борис Ельцин заинтересован в том, чтобы найти останки императорской семьи, чтобы предать их действительно и похоронить их по-христиански. В общем, поддержал Ельцин и этих археологов, и вот поисковиков. Ну, а мы с вами отправляемся, наверное, дальше, да? Когда решено было сносить вот этот дом Ипатьева, дом Ипатьева решено было сносить, и пришел Штучкин, который должен был подписать документы у главного архитектора города Белянкина, Геннадия Белянкина, и сказал: «Слушай, Геннадий Иванович, подпиши, пожалуйста, документ, вот надо по сносу дома Ипатьева, здесь вот будет реконструкция, дорог будет новую делать». А Белянкин ответил: «Да какая дорога? Говорит, я же знаю, что дом находится в стороне, дорога не мешает дому, не буду я подписывать липовые документы». И все. А на следующий день Геннадия Белянкина вызвали в горком партии, и Манюхин с ним говорил и сказал, что сопротивляться бесполезно, что есть документ от Политбюро, что поддержал это Политбюро, что снести нужно дом, и генеральный секретарь Брежнев, да и Рябов Яков Петрович из Москвы звонил, что нужно ускорить снос дома. Ну вот таким образом. И снос дома произошел, а в мае 2000 года Рябов приехал вновь в наш город, встречал его Геннадий Белянкин и Лобов. И Геннадий Белянкин опять обратился к нему с вопросом: «Так зачем же вы, вообще мы снесли дом-то, жалко ведь дом-то». А Рябов тогда ответил, как и тогда еще, в 70-е годы, что «так ведь дорога там шла». «Да какая, говорит, дорога, Белянкин, дорога не мешала». И потом Рябов объяснил: «Так время было такое, сопротивляться было бесполезно, все, мы были обречены». Ну, извините, что я забыла об этом сказать внизу. А мы сейчас с вами попали вот сейчас в квартиру. В квартире вы видите здесь, мы на секундочку зайдем сюда, в квартире вы видите, так вот была обставлена квартира Ельциных, когда они жили в Свердловске, это последняя квартира Ельциных в Свердловске, точно так же была обставлена квартира Ельциных в Москве. Здесь вы видите Днепропетровскую стенку, это из квартиры Ельциных, здесь вы видите книги, в том числе и книги Владимирова и Маяковского, и Цветаевой, кстати, и тот, и другой поэт писали о Романовых и о Ипатьевском доме. Но если поэмы Маяковского сохранились, то произведения Цветаевой пропали за рубежом, в зарубежных архивах. Ну, а на календаре у нас с вами 19 августа. Посмотрите, 91 года. Пойдемте дальше.
от власти отстранен президент СССР Михаил Горбачев, пришли к власти пучисты, но путч все-таки не поддержали, народ был, в общем-то, за демократические преобразования, и ГКЧПисты попали в матросскую тишину, но несмотря на то, что вот такая была нестабильность и такая нестабильная обстановка, находили время для того, чтобы заниматься исследованием останков, которые обнаружили в июле 91 года. Проходите, пожалуйста, сюда. Останки были обнаружены Романовых на старой Коптяковской дороге, не в Ганиной яме, а в Поросенковом лагу. Но вот каждый год крестный ход идет почему-то на Ганину яму, хотя останки нашли в Поросенковом лагу. Почему так, непонятно. Ну и все-таки исследуют останки императорской семьи, находят время и поручили Соловьеву, следователю Комитета России, разобраться с этими царскими проблемами, потому что останки нашли и почему-то стали говорить, что они не подлинные, эти останки, и вот поручили Соловьеву, чтобы изучить их до конца или опровергнуть, или согласиться с тем, что это подлинные. Но 4 года понадобилось для того, чтобы определить, подлинные эти останки или нет, оказались подлинные. Но с каждым годом, все, чем дальше, тем больше версий. Но и американские ученые, и немецкие, и российские, все утверждают, они делали анализы независимо друг от друга, все утверждают, что это подлинные останки. А мы сейчас с вами попали 1993-90-е годы, когда, в общем-то, вот в такие вот магазины мы ходили, по талону покупали продукты, 200 грамм колбасы, 200 грамм масла, вообще экономический кризис в стране. И, в общем-то, Борис Ельцин так как раз говорит о том, что необходимы экономические реформы. И вот начинается такая шоковая терапия, которая ввергла наших многих соотечественников в шок. Мы попали с вами вот в этот государственный магазин, а сейчас мы с вами проходим и в кооперативный магазин. Есть вещи, которые можно купить, только купить их не на что. Денег нет у многих нет зарплаты, многие лишаются работы. Вот и, в общем-то, были, мы знаем, денежные реформы. И вот мы сейчас с вами поравнялись с киоском «Союз печати». Здесь вы видите вот старые денежные купюры. Вот здесь я бы хотела с вами поподробнее остановиться. Вообще, вот уже в 70-е годы дома Ипатьева уже не было, 70-х годов, 77-го года. Но вот и о нем на время забыли, а вспомнили об Ипатьевском доме уже в 90-е годы, и изображение его стало очень модным. Это его рисовали, этот дом Ипатьевский, на картинках, и увозили эти картинки вот за рубеж наши бизнесмены, наши политики в качестве сувенира. И вот, когда денег не было, Антон Баков предложил выпустить уральские франки, а вообще у нас, чтобы был не Урал, а Уральская республика, да, государство в государство своими деньгами выпустили огромное количество купюр. И вот на 20 купюрах, вот сейчас я его вытащу, эту купюру вытащу, хотя она у меня здесь. Вот, посмотрите, мы видим с вами Ипатьевский дом. Автор этого эскиза, вот к этой купюре, вообще к купюрам уральским, известная художница Софья Демидова, родная сестра архитектора Демидова. И вот этот вот Ипатьевский дом у нас попал вот на купюру 20-рублевую, так скажем, да? И когда узнали, что уральские франки печатаются на Урале, мир вообще финансовый ахнул, особенно беспокоились французы, а что же будет делать, что же будет с нашими франками, говорили они. Ну, слава богу, все обошлось, к их счастью, наверное, Уральскую республику запретили также и уральские франки. Но их не исключили, не убрали с оборота, а их ввели в оборот в Серове, где Антон Баков был на одном из заводов директором. И вот там они ходили в виде талон и расплачивались вот такими уральскими франками. Сейчас такие уральские франки можно встретить у коллекционеров, и, в общем-то, они берегут эти купюры как зеницу ока.
Пойдемте дальше. Сейчас мы попали в 93-й год. Эта экспозиция у нас посвящена Конституции 93-го года. Вот здесь наши известные люди цитируют статьи из новой Конституции. Но сегодняшняя тема у нас Романовы и Николай II. И в этой связи мне бы хотелось обратить ваше внимание на царский манифест, который вышел в 1905 году. Опубликован был царский манифест, в том числе и в Казанской газете. Вот мы знаем, что после революции 5-го года трон устоял. Николай II вынужден был пойти на уступки. И вот была такая своего рода конституция, где даровались всякие свободы, свобода совести, слова, собраний и союзов. Ну, а у нас в 90-е годы появляются новые символы. Посмотрите, пожалуйста, это и трехцветный флаг, триколор, да? При триколоре была коронация императора Николая II. Здесь вы видите и двуглавый орел, и здесь вы видите такая новая наградная система, которая, в общем-то, очень напоминает также и систему, которая была при Николае II. Ну, а мы отправляемся с вами дальше. Так, дорогие друзья, итак, наша экскурсия вот уже такая вот здесь завершается. И сейчас мы с вами переместимся на крышу. Надеюсь, что сил у вас хватит подняться на эту крышу. Итак, мы с вами попали в 98-й год. Это время, когда уже решалось, что нужно, уже признали, что останки подлинные, уже готовились, в общем-то, к похоронам торжественным. И вдруг ювеналий Крутицкий сообщил, что он не согласен с теми, в общем-то, результатами, которые были представлены. У него было свое мнение. И Алексей II, который был готов уже принять участие в церемонии захоронения, не приехал на похороны. Борис Николаевич Ельцин, президент, в общем-то, был в таком каком-то, конечно, не знаю, было у него такое двоякое мнение, идти или не идти на эти торжественные, так скажем, похороны. И все-таки в самый последний момент он решился. И последней каплей было письмо, конечно же, академика Лихачева, который просил Ельцина присутствовать на этой церемонии. И Ельцин присутствовал, и там он произнес самую трогательную исповедальную речь. Вот сейчас я вам предлагаю, если у вас есть желание зайти вот сюда, здесь у нас экспозиция, как раз посвященная Романовым, здесь как раз вы можете познакомиться со многими документами, и документ Андропова вы можете увидеть, который он подписал, и решение Политбюро, и как проходило изымали останки, как их искали. Вы можете полистать планшет, посмотреть видоискатель на храм на крови, а также вот планшет этот может полистать, потом вернуться, посмотреть, как все это происходило детально, там же можете посмотреть видео. А сейчас я, дорогие друзья, кто у нас сейчас дошел, прошу следовать за мной, мы сейчас с вами отправляемся на крышу, да, и наша экскурсия продолжится с высоты птичьего полета. Пойдемте. Мы сейчас с вами слышим и видим, и слышим город наш, и видим и храм на крови, который появился на карте нашего города в 2003 году. Вот именно на этом месте раньше находился Ипатьевский дом, где, вы знаете, что в ночь с 16 на 17 июля произошла эта страшная трагедия. Дорогие друзья, проходите, пожалуйста, сюда, потом сделайте съемочки. Вот Дина Алексеевна так и говорила, как появятся здесь, они отвлекутся и будут снимать панорамы. Она была, наверное, права. Ну что ж, давайте дадим возможность вам тогда поснимать. Поснимайте, а потом я вас жду. Итак, ну тогда снимайте и слушайте меня, да, договорились? Итак, вот здесь вот был, вы знаете, что вернемся, что трагедия произошла в ночь с 16 на 17 июля, и ночью 17 июля загрузили убитых на грузовик и выехали на Вознесенский переулок, ныне это улица Клары Ценки, выехали потом с этого переулка на улицу Колобовскую, ныне улица Толмачева, потом попали на главный проспект, на проспект Ленина, и с главного проспекта поехали на нынешний Виз-бульвар, и оттуда на Виз, и оттуда поехали по старой Коптяковской дороге, где начались вот эти мытарства, да. Сначала в одном месте хотели захоронить, там в районе Ганиной ямы, но там оказался на дне шахты лед, и шахта оказалась неглубокой, и решили в другом месте захоронить. Ну, в общем, не буду об этом рассказывать, я просто хочу сказать, что 100 лет простоял. Дорогие друзья, проходите, пожалуйста, сюда. Идите сюда, мне как-то неудобно, вы, наверное, меня уже не слышите. Сколько же нас?
Так, давайте еще подойдем поближе сюда, вот так, чтобы нам поближе видеть. Угу. Сто лет простоял вот этот вот дом, и он именовался то особняком, то домом особого назначения. Меня он хозяев и обитателей, видел золотопромышленников и думских гласных, белых офицеров и красных командиров он видел. По ступеням, что вели вниз в подвал, стучали и дамские каблучки, и солдатские сапоги. Он был и штабом колчаковского генерала, и музеем революции, общежитиями, архивом, охраняемым архитектурным памятником и просто конторским домом. Как и весь его век, он пережил годы величия и развенчания, и официально, и были время официального умалчивания и неофициального опасливого интереса. Потому что усадьба, судьба ему определила стать последним пристанищем коронованных особ, последним свидетелем. Здесь в последний раз их видели живыми, императора, его семью и его приближенных. Ну вот и Патерский дом, на месте которого сейчас возведен храм на крови, известен в Екатеринбурге своими скандалами. Раньше он был построен в 70-е годы 19 века, и первым его хозяином был Иван Редикорцев, очень скандальный человек. Но люди взрослые, я поэтому буду говорить с вами по-взрослым. Хорошо. В 1899 году на Редикорцева подали в суд кредиторы после того, как он отказался платить по векселям. А суммы, фигурировавшие тогда, были 3-5 тысяч рублей. На эти деньги тогда можно было купить даже дом в центре города. И как выяснилось следствие, что статский советник тогда владел в нашем городе публичными домами и построил себе дом вот именно на средства от этих публичных домов. И там обслуживали не только женщины, но и мужчины. И нередко услугами мужчин пользовался сам Редикорцев. Его вот как раз обвиняли в том числе и в мужеложестве. Ну, одним словом, началось следствие. И чтобы как-то расплатиться с кредиторами, Редикорцев в конце концов продал свой дом Шаровьеву, золотопромышленнику, купцу, а во время следствия он скоропостижно скончался, и следствие закрылось. Ну и Шаровьев в этом доме прожил недолго, он обманным путем разбогател, золотодобычей так называемый, он продавал приисковые земли. Каким образом? Он приходил, находил земельный участок, стрелял туда из ружья золотым песком и говорил, что вот здесь очень много золота. Покупали эти земли за баснословные деньги, и таким образом он разбогател. Ну и Шаровьев вскоре вынужден был продать этот дом и продал его в 1908 году вот инженеру Ипатьеву. Но мы знаем, что и инженеру Ипатьеву в этом доме тоже не пожилось. Какое-то не очень хорошее место. Надеемся, вот этот храм, который построили в 2003 году, будет намоленным местом, и сюда будут приезжать, приходить, молиться и освящать это место. Но что еще хочу сказать, что страсти до сих пор вокруг Романовых не утихают, и чем дальше, тем больше легенд появляется. Говорят, что вообще были расстреляны не императорская семья, а двойники. Вот такие слухи ходили, что императорская семья спаслась, и чем дальше, тем больше лженаследников появляется. У Николая II даже лженаследники попали в Государственную Думу. Один из них говорил, что давайте возведите меня на престол, и я верну деньги, которые хранятся в иностранных банках. Нужно же как-то помогать родной стране. А потом, когда мы получим деньги, я отрекусь от этого. Даже вот были такие лженаследники. Ну и еще вот много очень легенд говорил, что вообще император не умер, а что он состарился счастливо, но прожил он в уральской деревне. Ну вот деревня такая была бедная, все мужики ушли куда-то на заработки, гроб даже не еще было сплотить, вот взяли какую-то с крыши доски и сколотили из этих досок гроб и похоронили там Николая II. Были такие легенды, много-много всяких. Один из авторов этого храма, мы знаем, Мазаев Григорий Васильевич, главный архитектор Свердловской области когда-то, строили этот храм 3 года, и вот он сказал, что я хотел этим храмом поставить точку в романовской истории. Вот если вы посмотрите на этот храм с высоты птичьего полета, то вы увидите такую огромную точку. Не знаю, что нам ставить в этой истории, точку или многоточие. Это вам решать, дорогие посетители. Спасибо вам, что вы пришли. У вас есть возможность сейчас вот как раз посниматься, пофотографироваться. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание.